нас собрали из разных команд, да. Из брейк-данса, из разных команд, и мы начали все репетировать, познакомились друг с другом, и теперь мы дружная команда. Вот мы наконец-то приехали, и мы очень рады. Дети еще больше сдружились. Они, некоторые из них впервые в жизни полетали на самолете, и для них это было что-то нереальное. Наш номер мы репетировали ежедневно по 2-3 часа. 4 месяца назад знакомы девы. Ну, мы вначале начали какие-то кусочки начинать работать, а потом соединили придумки. Мы думаем, что нам повезет, и мы выиграем. Да. Мы уже много туров прошли, выиграли. Ой, много, один мы прошли. Три. Ребят, вы готовы? Да! Вот сейчас ваше начнется выступление. Вы точно готовы? Да! Мы ничего не боимся? Нет! Точно? Да! Да все, мы сила! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы откуда такие красивые? Мы из Душанбе. Как вашу команду зовут? Ньюэра Кидс. Ух ты! Я вам желаю удачи. Давайте, я хочу, чтобы все прям кричали от вас. Сможете устроить такое? Да! Ну, давайте. This is Optimus Prime. Do you read me? Как это удалось сделать? Но мы очень долго тренировались и добивались этого. Но вы вообще шикарные, вы замечательные. Вам 7 лет, но вы танцуете как профессионалы, как будто занимались более 10 лет.
разная специализация у каждого танцора здесь, но вы объединили это в один классный, замечательный, яркий рисунок. Аплодисменты вам и вашим семьям. Спасибо. Ребятушки, молодцы. Мне прям нравится. Вы такие зажигательные, талантливые, яркие. Это было по-нашему. Молодцы. Спасибо. Воистину был прав великий Абу Али ибн Сина, который говорил, что самое прекрасное создание на земле – это дети. Я очень восхищаюсь вашим упорством, вашим трудолюбием. Молодцы, молодцы. Спасибо. Я им, конечно, говорю «да». Я очень... Вау! Я скажу «да». Да. Спасибо. И мой ответ – да. Мои сладкие, у вас 4 «да», и вы проходите в следующий тур. Я вам желаю удачи. Спасибо, мои хорошие. Проходите. Спасибо. Всем спасибо. Им надо с двумя микрофонами выходить. Йо. Вот ему зачем был нужен микрофон, да. Спасибо.